Друзья, доброе утро. Мой аутфит такой. Вот еду в Walmart посмотреть один старый американский крем. Мне написала об этом подписчица. Вот я хочу посмотреть, есть ли у нас в нашем Walmart, может, не во всех это есть, в нашем Walmart этот такой крем. Потом я расскажу его историю вам. Итак, поехали. Так, немножко отойду. Ладненько, все, поехали. Рукава, да, специально, потому что солнце, чтобы не жарило мне. Еду на велосипеде, поэтому все, поехали. Итак, в Walmart, как говорят американцы, идем искать этот крем. Что-то я пока не нахожу. Где может быть этот крем? Может быть, уже нету в этом магазине у нас. Да, вот так посоветовали. Хороший крем. И, как всегда, хорошее. И не бывает. Ну, еще посмотрю. Может, есть еще какие-то места. Но, наверное, навряд ли. Валентина, целую кучу проверю. Так, где же этот крем? Так, пока это шампунь нет тут. Шампунь, мыло. Идемте искать крем. Похоже, что здесь. Вот этот крем рекламируется без конца. А мы ищем немножечко другую фирму. Так. Я даже не присматривалась к этой фирме. Вот, говорит подписчица, что это давнишняя американская хороший крем. Че? Друзья, а у нас-то нет? И проблема. У нас такого крема нет. Топантин правиту улы. Лореал. А где американский крем? Эй, где американский крем? Слушайте, а нету? Смешно, не смешно, а нету? Того крема, который я ищу пока. Может, я еще не нашла его?
Клеросил. Что-то на слуху. Я не помню уже, с какого боку. Слушайте, пока нету. Пока нету такого крема. Так, а с этой стороны что у нас? Так, еще здесь есть крем. Так, а где же этот крем? Я смотрю на фирму. Пока я не вижу. А, вот она фирма. Так, есть. А вот здесь, да, целый набор. Разных кремов. Так, вот такие кремы. Вот это, да, фирма. Это старые кремы. Вот с алоэм. Вот такой крем. Да. ¼ часа. И вот он такой крем. Вот еще какой-то. Вот такой. А это что? Это уже другой крем. Вот такой крем. Да, это считается старая американская фирма. Такой вот крем. Такой крем. Я вот так это снимаю, потом я посмотрю, что это такое. Смотрите, видите, для диабетиков. Для диабетиков это крем. Да, так что есть. И хорошо. Теперь я знаю. Ну, я хочу сказать, что не такой уж дорогой, не дешевый. Вот его цены. Вот его цены. По-разному, да? Так что, да, нашла. Ура! Надо будет потихонечку посмотреть и присмотреться к этому крему. Вот похоже на бархатцы. Ничего здесь нету. Я думала, что это лаванда, это не лаванда, понюхала. Это очень красиво. Тут вот сетка такая, да, защищает. Тоже вот похоже на бархатцу. Так, как бы мне сумку
поддержать. Мирангулд. Мирангулд, да, бархатцы. Ну, и так видно, что это бархатцы. Как можно такую красоту не любить? Это рассада, видите, помидор, вот перцев, баклажанчиков. Такие вон помидорки какие. О, уже готовые помидорки, смотрите. А, как пахнут. А, пахнут помидорками. Перец. Желтый перец. Как тут пахнет, помидоры так пахнут. Это кто? Гуава. А это папайя. Видите? Зашла в сад.